Здравствуйте, меня зовут Юлия Север, вы смотрите «Афишу» на телеканале «Самара ГИС». Как всегда, о культурной жизни Самары и о грядущих мероприятиях расскажем в ближайшие минуты. Усаживайтесь поудобнее. Легендарный театр под управлением Олега Табакова «Табакерка» приезжает с гастролями в наш город. Совсем скоро на сцене театра оперы и балета вы сможете увидеть спектакль «Год, когда я не родился». Главную роль исполнил сам Олег Табаков – практичного, расчетливого, успешного в делах Степана Судакова. Похож ли актер на своего героя взглядами и рассуждениями, рассказал сам Олег Павлович в интервью нашему каналу. Очень давно уже, лет, наверное, 15, отвечая на вопросы русской службы BBC, я объяснил корреспонденту этой компании, что Иосиф Сталин, родившись в городе Гори, мой идейный враг. Вот и думайте, вот и размышляйте. Могли бы мы быть Судаковым единомышленником. Конечно, Олег Павлович Табаков не только радует своих зрителей появлением на сцене. Он необыкновенно активен и неутомим. Посвящает все свое время руководству двум театрам – преподавательской и продюсерской деятельности. История жизни этого человека также интересна, как и спектакли с его участием. Мать Владимира Ильича Ленина, Ульянова, она не давала ему сладкого. Она считала, что сладкое надо давать девочкам, а мальчики должны на коньках кататься, на лыжах ходить или еще какими-то видами спорта заниматься. Ну, сами понимаете, вот я так думаю, что бы из меня получилось, если бы мне не давали сладкого. Итак, не пропустите. Гастроли театра-студии Олега Табакова в Самаре. 23 июня. Спектакль «Год, когда я не родился» на сцене театра оперы и балета. А 24 июня ценители театрального искусства соберутся в театре драмы. На сцене автобиографическое произведение Льва Толстого «Дьявол». Начало спектакля в 19:00. Не пропустите.